Ответы на ваши вопросы Васту коррекции. Привет, друзья! С вами канал Арт Васту. Сегодня давайте по вашим вопросикам пробежимся. Чтобы задать вопрос, нужно перейти на Boosty под последним постом, где будет выложено вот это видео, которое я сейчас запишу. Под ним прикрепить свою Васту карту, построенную по моим урокам. Если у вас прямая квартира, вы берете видео, как построить Васту карту и строить. Если у вас квартира буквы Г, есть видео, которое называется «Как построить Васту карту квартира буквы Г» и строите по этому видео. Здесь прикрепляете и пишите вопрос. Это бесплатно, пожалуйста, пишите. И сейчас мы разберем все вопросы, которые девочки накидали. Некоторым я уже начала отвечать, потому что не знала, когда видео выйдет. Ирина пишет: «Добрый день! Какое зеркало будет более удачным на заблокированном севере, северо-востоке?» Значит, с мелкими зеркалами вокруг, с маленькими. И просто круглое, наверное, с подсветкой. Любое круглое большое зеркало на севере и северо-востоке будет хорошо. Если круглое не можете, вешайте квадрат или прямоугольник. Мелкие битые зеркала не надо. Вот эти мелкие зеркала создают эффект битого стекла, расчленения изображений на маленькие кусочки. Вас то это не любит. Так, гамак для занятий йогой в квартире-студии. Мы уже договорили про него. Мне кажется, я поняла, про что вы говорите. Это такие как бы веревки, подвесы довольно легкие, которые с потолка свисают, и вы в них себя располагаете и как-то там... В общем, я не думаю, что это имеет вес, соответственно, йогой у нас хорошо заниматься на северо-востоке или востоке, например. Поэтому я не думаю, что это имеет большое значение, где вы его повесите. Тем более вы говорили, вроде бы у вас там студия, поэтому вариантов будет немного. Раскачиваться как-то очень сильно, приобретать скорость и много движения вы там не будете, поэтому рекомендовать вам северо-запад я не вижу смысла. Вот, просто повесьте где-нибудь, вот, ну, попробуйте северо-восток или восток. Как вам там и посмотрите, понравится вам там или не понравится. Дарья, здравствуйте, подскажите, где купить жемчуг? Так, это мы говорили. Юго-запад спальня, запад вход, северо-запад кухня, север-гостиная, северо-восток туалет и предбанная комната, восток баня с душевой, юго-восток кочергаркой хранятся овощи заготовки, юг детская, у нас все не по Васту. Недавно стала интересоваться, вот сейчас понимаю, что у нас происходит. Только появляются деньги, тут же появляются расходы, они даже не запланированы. Реально живем, как выживаем, как все изменить. Может быть, детская на юге. Давайте смотреть. Так. Ну, смотрите, да, вот эти все технические помещения на вот тут в притоке, тут северо-запад тоже какое-то. В принципе, ничего у вас тут такого, про что бы я не рассказывала на своем YouTube-канале, у вас ничего тут такого нет. Я, на самом деле, уже все важные видео записала, и вы спокойно можете открывать мой YouTube. Два видео называется «Коррекция секторов оттока». Там будет два видео подряд. Там будет рассказано, как откорректировать запад, юго-запад, юг и юго-восток. Также там будет про деревянные подвесы над дверью вот здесь, про пленку на окна и про утяжеление по формуле вот этих всех четырех секторов. Потом вам нужно будет посмотреть коррекции севера. Север и северо-восток корректируются одинаково. Вы обкладываете вот здесь санузел жемчугом и серебром. Там в видео будет рассказано, как. Вот здесь также техническое какое-то помещение. Вы смотрите видео, называется «Коррекция востока». И обходите ожерельем этого сектора, то бишь кораллами и медью обходите этот. И вот здесь помещение на юго-востоке, вы смотрите видео коррекции юго-востока и обходите это помещение. Девочки, подскажите, чем мы обходим, кто меня давно смотрит? Правильно, мы обходим его медью и сапфирами, и сюда еще побольше размещаем меди. Вот, это такой минимум, который вам нужно сделать, после которого вы будете уже чувствовать
Не думайте, что когда вы придете на консультацию, я скажу вам что-то другое. Это все равно база. Без этой базы никак никуда не сдвинуться. То есть нет секретной коррекции, нет такой. Сейчас прям эта тема поднимается, прям мне девочки пишут, то лингам спрашивают. А лингам он достаточно дорогой. Это такой овал из металла, скажем так. Ставится на спираль из металла того сектора, куда он ставится, и он тоже из того металла, куда он ставится, в тот сектор. Он довольно большую имеет цену, да, это хороший корректор, но вы за эти деньги можете утяжелить три сектора. А коррекция утяжелением нам важнее. Сначала мы все равно делаем утяжеление. Пока вы его не сделаете, бесполезно ставить какие-то сакральные штучки. Они не дадут того эффекта. Сейчас еще один будет похожий вопрос, мы к этой теме тоже еще с вами вернемся. Детская на юге вообще не критична, об этом даже не парьтесь. Так, и вот еще как выглядит участок. Значит, вода у нас, если все правильно и вы не поворачивали, то вот здесь север, здесь юг, здесь восток. Соответственно, вода у нас восток и юг, восток и юга. Не айс вообще положение. Вам очень сильные коррекции надо делать на участке и в доме. Для того, чтобы отсюда переехать. Вот. Ничего сакрального я вам не расскажу нового. Вам все равно дом нужно корректировать. Пока корректируйте по моим видео. Когда пойдет уже плюс, когда пойдет что-то получше, придете на консультацию, можно будет сделать участок. Делайте пока все, что выложила на канале. Вам поможет, уже поможет. Вес берите побольше в доме, для секторов оттока минимум по 100 кг, запад, соответственно, поменьше, и увеличивайте этот вес потом, и до 200 кг в сектор можете увеличивать. Так, Дарья, на юго-запад расширение в виде комнаты и лоджии. В комнате скорректировано окно и выход на лоджию медными пирамидами. Заложила по 9 медных квадратных спиралей в комнате и на лоджии. Что еще можно сделать? Ну, во-первых, вы тут описались, скорее всего, вы заложили не медные квадратные спирали в комнате на лоджии, скорее всего, или железные, или свинцовые. Вот. Если медные, то треугольные, тогда вы в другое место должны были их заложить, как я это понимаю. Так, ну смотрите, во-первых, Васту карта построена неверно. Если вы вот здесь не заложили ритуал Ратнадьяи, и не заложили вот сюда рубин и все остальные камушки, то эта карта не верна, потому что вы не можете просто взять и откинуть комнату. Она есть, она существует, она вибрирует, она на вас влияет. У меня есть видео, называется «Как построить васту карту квартира буквы Г». Вот вы по этому видео вот строите себе карту, и вы увидите, что у вас все сектора, все комнаты попадают в васту карту. Также я сейчас строю васту карту немножко по-другому, можно взять отдельно эту услугу без всего, просто чтобы я вам ее построила. Тогда центр будет где-то примерно вот здесь, и немножечко вот эти сектора, они тоже в васту сетку попадут, то есть они тоже будут, нет, центр будет где-то вот здесь, ну, в общем, не суть. Вот сюда попадут сектора, которые, казалось бы, их нет. И тогда в эти сектора тоже можно будет заложить корректоры. И теперь вернемся к тому же вопросу, что только что вот был, что, что бы вы там ни располагали, медные маленькие пирамидки с песком, 100 штук, спирали, еще что-то, это все вторично. Во-первых, медные пирамидки с песком вообще, девочки, не надо покупать никому, потому что стоят они как самолет, а толку от них очень мало. Покупайте нормальный корректор. Вам нужно весом заложить сектора оттока. Это значит в каждый сектор минимум 50 килограмм, в данном случае минимум 100. 100 килограмм. Вы же этими пирамидками не доберете. Вы на эти деньги, если бы у вас был муж и мог бы это сделать, поехать, купить 4 мешка с песком, например, согласился бы поехать это сделать, в строительном магазине строительного вот этого песка 4 мешка по 25 килограмм, вот тут вот вам бы их положил, то коррекция бы сработала, потому что это было бы 100 килограмм песка. Но в ваших пирамидках какой-то миллиблинграммы этой меди, и также мало там песка. Вы от силы там во всех своих пирамидках наберете, ну, килограмм, может быть, этого песка, может, полтора.
Вот. Стоят они дорого, толку от них поэтому нет никакого. Хотите медные пирамидки, покупайте из чистой меди, то есть медь снаружи, медь внутри, литые, и размещайте их там, где положено находиться меди, где она нам помогает как корректор, на востоке, на юго-востоке. Вот. Но опять же, себестоимость будет довольно высокая у вас, и поэтому обычно у всех у нас, кто в Васту приходит, у нас нет такой свободной большой суммы денег на корректоры. Поэтому мы докупаем по чуть-чуть, и поэтому берите просто медь кусками и кладите на востоке, юго-востоке. Это будет вам дешевле и эффективнее. Так, про медные пирамидки я сказала. Всем понятно, почему не работают? Потому что слишком маленький вес. Если бы эта пирамида была бы большая-большая и весила бы 10 килограмм, тогда да, но у нее цена тогда будет нерентабельна. Короче, проще купить железо или валуны и ими добавить нам вес. Так, спирали. Спирали хорошо положили. И, кстати, пирамидки эти медные с песком, они вам не портят. В этом смысле не переживайте. Просто соотношение цены и эффекта у них почти никакое. Именно поэтому я призываю не тратить деньги туда, куда не надо. Так, юго-запад, значит, у нас мы его минимум 100 килограмм. Что бы мы ни делали в пространстве, все равно первостепенно, что мы должны сделать, мы должны утяжелить сектора оттока. То есть по формуле, у меня есть видео, называется «Коррекция секторов оттока», 2-2 штуки, там смотрите, юго-запад в вашем случае 100, юг 100, запад 75. Если построить правильно Васту карту, у вас тут кусочек юга появится где-то, и туда можно будет эти 100 положить. И вот когда вы вот это сделаете, и на юго-востоке, соответственно, будет 15-20. А когда вы вот это сделаете, тогда уже можно всякие там спирали и прочее. Вот сюда на окно еще, там тоже в видео будет говориться, об деревянной подвесе и пленку, бронзовую пленку. Вот. Все остальное, такое как медные спирали, лингам на спирали, еще что-то. Это все потом. Еще есть всякие интересные разные тоже сакральные коррекции, девочки. Это все потом, потому что это не играет так серьезно, оно не влияет быстро, серьезно, не дает вам защиту. Вы рискуете, мы все рискуем, когда проживаем в таких квартирах, получить по своей карме, по самое не балуйся, получить сложные, серьезные кармические уроки. Чтобы их максимально смягчить, мы корректируем сектора тока по формуле. И только потом, когда мы скорректировали любыми тут материалами, главное, чтобы вес получился, только потом уже можем переходить ко всяким интересным, всяким сакральным штучкам и уже какие-то там ритуалы делать, еще что-то. Я, кстати, на днях, когда записывала синюю бутылку, вы тоже должны понимать, что вы должны все равно скорректировать сектора оттока и только потом заниматься синей бутылкой. Все равно. Ну, нет, вы можете ее вначале сделать, ничего сложного не будет, но ждать от нее суперэффекта не стоит. А вот если вы во все сектора оттока положили по 50 килограмм юг-юго-запад, на запад 35 и на юго-восток 15, вот здесь вы сразу получите себе хороший результат. Вы его прямо увидите, вы его почувствуете, все его почувствуют, кто проживает в этой квартире. И тогда уже можете делать что-то другое. Так, применить при срезе на юго-востоке плюс входная дверь заблокированный восток. Ваша Васту-карта не верна, надо ее перестроить с учетом этого сектора. Потому что его нельзя выкинуть, соответственно, юго-восток, восток сместится. У меня есть видео про коррекцию юго-востока и про коррекцию востока. Вот, там все одинаково, у всех все одинаково. На восток кораллы иметь, на юго-восток желтый сапфир иметь. Без проблем, все размещайте, корректоры такие довольно недорогие. Вот, и все будет хорошо. Так, вот. Вот по поводу этого сейчас меня будет бомбить. Как понимать эту информацию, как проводить коррекции, раз я живу у озера, значит, в доме все зеркально. Так, девочки, сейчас внимание на меня. Не уходим, не сливаемся. Значит,
Есть такой прибор, антенна Лехера. Я сейчас расскажу свою историю. Я летом наткнулась на видео, как меряют антенной или маятником, или еще чем-то, рамкой энергию, как она, например, окно померили, и прибор показывает, что все плохо, качается определенным образом. Повесили, например, деревянную пирамиду, померили, качается, что все хорошо. И такого рода эксперименты, я такая думаю, ой, классно, классно, надо же мне тоже, надо мне девочкам показать, потому что, ну, будет наглядно, люди сразу поймут, что увидеть своими глазами будет легче решиться на коррекции. Вот, и я лезу искать про эту антенну, сколько она стоит, как купить, я все эти, значит, изучаю весь этот вопрос, а потом нахожу информацию, что эта антенна показывает иногда, что смещается как бы вот это энергетическое полушарие, и все получается наоборот, то есть север на юге, юг на севере, и думаю, что как бы за бред, как быть, и случайно, в общем, я попадаю на видео Сергея Давыдова, очень как бы уважаемый человек в сфере Васту, можете поискать, наверняка вы это видео найдете, ему напишите, он вам точно ссылку скинет, и там он говорит, что если эти приборы могут быть, если вы их используете, ради бога, используйте без проблем. Но как только вам прибор показывает противоречие, север-юг, юг-север, что у вас как бы все поменялось, в этот момент мы доверяем карте. То есть мы доверяем тому, где у нас север, где у нас юг. Вот, и доверяем тем текстам, по которым Васту все передается как бы уже вот много-много-много лет. Вот. Этому мы доверяем больше, чем какому-то прибору. И я тогда успокоилась и не стала никакой прибор себе заказывать. Потому что измеряй, не измеряй. Вот. К сожалению, таких школ сейчас много, расскажу в двух словах. Недавно тоже одна написала, сделали какие-то коррекции, она у себя заложила вот по моим видео. И у нее уже пошел эффект, то есть стало налаживаться, вот. И тут она думает, что-то медленно, и обратилась в какую-то фирму, приехали, да, с прибором, значит, все это посмотрели, наклеили какие-то штучки, стоило это все довольно большую сумму денег, штучки наклеили, уехали, перемен никаких, вот. И самое даже, ладно, никаких перемен. Она настолько в это поверила, что убрала все наши корректоры, и все стало откатываться назад. Вот. И в итоге эффекта-то нет от этих штучек. В общем, она недавно все обратно поставила, потому что от наших корректоров она видела эффект от утяжеления секторов отток, от коррекции всех наших секторов, эффект она видела, но отдала она туда приличную сумму. Поэтому, друзья, я даже не знаю, как вам сказать, на что надо ориентироваться, когда вы выбираете, куда обратиться за помощью. Это на самом деле такой сложный момент. Тут никак человека не проверить, только ваша интуиция, только ваша карма, потому что некоторые люди всегда попадают в такие ловушки и все время отдают туда деньги. Но опять же, это решается коррекциями секторов оттока, дорогие мои. Просто попробуйте, на самом деле это недорого. Скорректировать сектора оттока, даже если вы по 20 килограмм положите на юг, юго-запад, на запад 10-15, и на восток 5 или 3, вы увидите результаты в первую же неделю, как вы их положили. Если не увидите, ну, такого еще не было у меня на практике. И, соответственно, если вы видите результат, вы уже можете добавлять. Если вы это камнями положили, самые дешевые у нас валуны. Если вы это валунами положили, и вы уже увидели результат, вы начнете докладывать уже металлами, и вы результат увидите уже сильнее. То есть вы еще по 10 положили, и вы уже вообще обалдеете от результата. И вы можете опять добавлять. И спокойно добавлять до момента, что у вас в юго-западе и юге будет по 50 килограмм. Соответственно, в западе 35. Не думайте, что те, кто приходит ко мне на консультации, я им даю какие-то сакральные, какие-то интересные штучки, вот эту сюда маленькую финтифлюшку, и все будет хорошо. Нет, я даю то же самое. Сначала я даю утяжеление секторов оттока.
Просто мы более точно строим карту, более точечно назначаем, но в любом случае все равно сектора оттока мы в любом случае утяжеляем. Без этого никак. Потому что только это закрывает отток наших финансов и возможностей. Вот эту разрушительную энергию, ну как мы говорим, отток, на самом деле все немножко не так. Через эти окна заходит разрушительная энергия. Она разрушает благоприятные, благостные потоки, которые идут со стороны притоков. Она их разрушает, разбивает их, и она намного сильнее, чем те благостные потоки. Поэтому одного окна в оттоке достаточно, чтобы разбить всю энергетическую решетку, если у вас хороший брахмастан и три окна в притоке. Одно окно в оттоке в квартире буквы Г вам разбивает, вообще хочется матом, всю энергетическую решетку. Поэтому пока вы его не скорректируете, пока вы не утяжелите его теми инструментами, про которые я рассказываю на своем YouTube-канале, вы, к сожалению, эффекты никак не получите. Мне на самом деле, у меня YouTube-канал, поймите, он бесплатный. Я не получаю ни монетизации, ничего, никакой рекламы у меня там, ничего там у меня нет. Все, что я тут вещаю, я вещаю на добровольных началах. Вот, никакой прибыли мне тут вам накручивать нету смысла, поэтому просто, если вы чувствуете от меня, что доверять можно, то попробуйте. Не обязательно с больших весов, повторюсь, можно с маленьких весов начать во всех секторах оттока по формуле. Вот, если мне не доверяете, найдите того, кому вы будете доверять, и делайте тогда, вот, по рекомендациям человека. Будем надеяться, что у вас с Западом все в порядке, и вы, соответственно, выберете себе правильного человека. Так, вопросы в этот раз все закончились. Друзья, еще раз оставляйте на Boosty вопросы, это бесплатно. Нужно перейти на Boosty, вот, найти вот тут вот последний пост, он будет уже называться часть 6, сейчас я его запишу и выложу. Под ним вы прикрепляете карту, построенную по моим урокам, прикрепляете свой вопрос. Вот, как только вопросиков набирается какое-то количество, я на них отвечаю. Все, девочки, не обижайтесь, пожалуйста, на меня, если я что-то тут грубовато ляпнула. Вот, я просто очень переживаю, знаю, как много информации, как сложно вычленить, что для нас важное. Вот, пожалуйста, не расстраивайтесь. Все. С вами был канал ArtVasto, и до новых встреч!